Добрый день, мои зрители. Мы продолжаем с вами играть в FIFA 14. И сегодня на повестке дня у нас Лига Европы. Но сначала я хотел бы поговорить о вчерашнем дне игровом в Лиге Чемпионов. Ставки зашли очень удачно. Причем настолько удачно, что денег удалось поднять. Вот, значит, что у нас? Ничья между Миланом и Аяксом прошла. Победа Наполи у нас прошла. И, ну, там, кто подзадержался, как бы, я говорил, я еще не вчера, а позавчера поставил эту ставку, победа Галатасарая. Ребята, прям неплохо подвыиграл я. Ставочки-то и виртуально прошли, поэтому... Обращайте внимание, видите, бывают такие удачные дни, когда у нас все сходится. Так, ну ладно, про Лигу Чемпионов понятно, про ужасную игру Зенита даже говорить не буду. Что, сегодня у нас есть один принципиальный матч, интересный для российских болельщиков. Это матч между Валенсией и Кубанью Краснодарской. Мы играем против вот этого молодого человека, причем он очень молодой, потому что он мне голосовое сообщение отправлял. Он русский сам, россиянин, да, вот видите. Ну, совсем там дитё по голосу. Не знаю, посмотрим, как мы сейчас с ним справимся. Составы не соответствуют. Говорят, Кубань поехала без какого-то там определенного количества игроков лидирующих, но... К чему все это? Скорее всего, Кубань, конечно, с трудом верит в свои шансы. А я напомню, для того, чтобы краснодарцам выйти в весеннюю стадию турнира, им необходимо сегодня обязательно обыграть Валенсию на их поле. Конечно, такой солнечный денек вряд ли сегодня будет. Вот. Ну ладно, это не так важно. Так вот... Нужно обязательно обыграть Валенсию, у которой на данный момент, которая лидирует на данный момент в группе, и у нее 12 очков. Вот. У Кубани, напомню, всего лишь 5 очков. А на втором месте она идет на третьем, а на втором месте идет Свонси с 8 очками. И сегодня Свонси в параллельном матче играет с Сангалином. И Кубани еще необходимо, чтобы Сангалин обыграл Свонси. И вот тогда только Краснодар сможет выйти из группы. Причем разница мячей. На самом деле не важна, нужно просто забивать и все. Ну, то есть выигрывать и все. Поэтому есть определенная интрига, и я буду лично сегодня переживать за краснодарцев. Почему бы удачно не сложились обстоятельства, как вчера вот в пользу Зенита. Сложились же. Атлетик победил. Кстати, еще одно, вот не делал я обзоры на эту игру, но я конкретно знал, что Атлетик обыграет Порту. Хоть и вышли там не совсем оптимальным составом, но все-таки некоторые лидеры играли. И профессионализм клуба об этом говорит. Отношение к своим болельщикам, выиграть... на своем поле, плюс, не забывайте, хорошие призовые. В итоге 2-0, но там пенальти не забитое было, но все-таки победить удалось. О, что-то там наш русский парнишка что-то там говорит, блин, прослушал я. С микрофоном, по-моему, скорее всего, играет. Ну, вот так вот. Ой, какая неплохая подача на Сисе, пробивай. Ай, в защитника мяч пришелся. А вот это мимо ворот. Неплохое движение было сделано в Кабаре, но, блин. Что он дышит-то? Что дышит-то?
Малыш наш. Волнуется, что ли? Вот хорошая атака. Хорошая по краю развивается атака у Кубани. Накрывает вдвоем уже, конечно, не успел. Мяч возвращают. Ага, и опять потеря. Ай, какой неточный подкат. Да как же так можно? Все мимо. Вчера в Лиге Чемпионов, да, сколько красных карточек было. Особенно Монталива, там сумасшедшее нарушение правил. Ногу можно просто переломить пополам в таком моменте. Ну, Говард Веб разобрался. Ты, неплохой перехват. И есть возможность неплохую атаку. И пас проходит, и нет офсайда. Сисе убегает и пробьет. И еще раз пробьет. Нет, не пробьет, а надо было в угол же бить, ворот. Какой момент был сейчас у меня. Вы поняли, естественно, что я играю за Кубань. Попросил я этого парнишку взять Валенсию. Он мне удивительное голосовое сообщение прислал. Ты русский? Ну, ты русский. Ой-ой-ой, как обманное движение какое. И пас неплохой был задуман. Ну, не прошел все-таки. Так, ну что, первый тайм подошел к концу. 0-0. Пока этот счет, конечно, не устраивает Кубань. Ну, а Валенсии вообще должно быть все равно. Они себе первое место в группе обеспечены. Так что шансы, мне кажется, у краснодарцев все-таки есть. Что сказать, кстати, о других российских клубах. Сегодня тоже играют. Рубин играет на выезде, там без тоже определенного количества лидеров. Ну, Рубин ничего не интересно, первое место ему обеспечено, готовится пускай к весенней стадии. А вот Анжи тоже как бы едет сегодня на непростой матч в Англию с Тоттенхэмом, но опять-таки же два этих клуба себе обеспечили уже и первое, и второе место. Анжи просто типа принципиально болельщикам доказать, да, это было бы неплохо победить в Лондоне. Тем более, что Тоттенхэм будет совсем дублирующим составом играть. Не нужно свои резервы проверять и давать им игровую практику. Но, сами понимаете, дубль у Тоттенхэма это даже, скорее всего, не основа у Анжи. Тем более у нынешнего Анжи, у которого сумасшедшие проблемы в игре в чемпионате России. И зачем я сейчас пас сюда дал, я не знаю. Явное было положение вне игры. Я зачем-то отдал передачу. Вот. Но вот видите, в Лиге Европы зато Анжи удалось из группы выйти. Хоть как-нибудь. Анжи надо сначала стараться в чемпионате России одержать хоть одну победу. Пока первый, скажем так, этап чемпионата прошел, у Анжи победы 0 и идут они четко на последнее место. Ну вот подача неплохая, и можно пробить, а здесь не достал до мяча. А что тут я свистнул? Офсайд, что ли? А, нет, угловой. Так, Царев подает. И какой неплохой удар головой чуть выше. Чуть-чуть мимо, наверное, даже. А вот сейчас. Ай, зачем же уже бил там мимо, проскочил защитник. Да, чувствуется, даже у такой не самой оптимальной Валенсии, ну, то есть оптимальной в смысле того, что Валенсия потеряла своих некоторых лидеров, и сейчас там в чемпионате Испании идет на своих позициях привычных, скажем так, подраскупили клуб, вот, и все равно чувствуется, конечно, превосходство в плане игровом, даже по опыту игры. Вроде как у меня моменты опасные, а вот замыкать, завершить атаку не могут игроки мои. Подобные шансы исполнителям Валенсии нельзя предоставлять, потому что там забьют без напряжения каких-то. Так, ну а пока шансы есть еще у Кубани. Вот надо бежать. Здесь надо было бежать. О, и хватик.
Неплохой заброс на ход. Успеть бы. Ай, не успела. Какая подача классная в центр получилась. Точно там нападающих. Ну что, унылый 0-0. Очень не хочется. Хотелось бы, чтобы, если решилась судьба Кубани не в их пользу, то... не от них зависящее, скажем так. Пускай бы они все это победили. А уж там Сангалин, если не сможет обыграть Свонси, тогда... то пусть уж так будет. Кубань показал неплохую игру в последних играх Лиги Европы. И приятно было смотреть. Особенно Сангалин просто порвали. Молодцы. Гончаренко там... улыбка у него была до ушей. Порадовали своих болельщиков. Но вот сегодня бы порадовать, а? 82-я минута. И никак не получается у меня. Были моменты, были возможности. Может быть, надо было чуть где-то понадежнее сыграть. Но вот сейчас подача на дальнюю. Замкнуть. Ай, перекладина. Да что ж такое. Чиркнул мяч сверху по перекладине. Да, был момент, был момент. Но ничего, вдруг еще будут. Вот сейчас, например, на Сесе. Сесе, пас. Плохой пас от Сесе. Очень плохой пас. Еще одна возможность, тут задержали игрока. Ой-ой-ой, достал как красавец. Ну и все. Свисток, к сожалению, 0-0. Достойная игра кубанцев, но нет, нужная победа. Ну ничего. Будем надеяться на то, что вечером сегодня будет лучше. Посмотрим. Будем болеть за Валенсию. Ой, извиняюсь, за Краснодарскую Кубань, конечно же. И до скорых встреч. До свидания.